Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Все помнят, как я 27 апреля, тот, кто видел, резала свои томаты переросшие и поставила их в банку с водой. Многие даже возмущались, зачем я так делаю, жестокий метод. Ну, я была очень удивлена, потому что есть специальный такой метод. Есть люди, которые выращивают только вот так вот, через резание, жесткой пикировкой. И они всегда говорят, что урожай у них хороший. Но я сделала это вынужденно. И сейчас вот этот коротенький минутный ролик только для того, чтобы показать, как хорошо уже мои томаты дали корни. Это было 27-го. Буквально на третий день у них выросли корни. Вчера было 1 мая, я уж не стала снимать, выкладывать. Вроде праздничный день. Но вот сегодня я сейчас приготовила для них почву. Такую хорошую, жирненькую. Приготовила стаканчики. Я сейчас их укореню в стаканчики, и это будут прекрасные сильные растения. Смотрите, у них какая корневая система. Я смогу их высадить в самые ранние сроки в открытый грунт, под укрывное какое-то, под пленочку, под нетканку, потому что это уже взрослые растения. Видите, они цветут, уже зацвели меня. Так что я надеюсь получить с них очень ранний урожай, несмотря на то, что она была вытянувшаяся рассада, ее пришлось резать. Вот такой стала вытянувшаяся рассада, которую я резала 4 дня назад. Сейчас ее буду укоренять. Как она будет чувствовать себя в открытом грунте, я вам тоже покажу. До свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. И это рассада, которую я пустила под нож.